Польза NetLife. Меня зовут Саня, и здесь сейчас примеры стримов с Твича, скорее всего, выгружены. Либо вы сейчас на данный момент находитесь на Твиче, и я провожу стрим с тестом Xiaomi Black Shark 5. Для чего? Для того, чтобы узнать его автономность в довольно сложной игрушке под названием Diablo. И примерно после того, как мы узнаем, сколько у него автономность, мы благополучным образом сможем для себя и для остальных сказать, стоит он того или не стоит. И я бы не сказал, что это плохой телефон, я скажу, что вот сейчас вы увидите, как я буду выгружать, если не будет никаких обрывов этот стрим. Разумеется, фронталка, микрофон и все остальное у самого Black Shark работает. Я специально ничего не подключаю, он в чехле. А почему я так делаю? Для того, чтобы вы примерно прикидывали, если вы вдруг решите, допустим, общаться с кем-то, картинка будет такой. А если вы вдруг решите играть, то картинка, соответственно, вместе с звуком будет таким, какую вы услышите вот сегодня. Обзор на этот девайс уже был на канале, в описании к данному стриму, в записи вы увидите, ну, он у вас как ролик высвечивается. Black Shark'и мне нравятся абсолютно все, и как игровые телефоны, они просто отличные. Я не скажу, что у меня есть какие-то к ним претензии. Почему? Потому что они всегда стоят довольно дешево, прямым текстом, то есть можно сказать приятно, выгодно, но по факту это дешево. И за счет того, что они стоят дешево, довольно комфортно с ними иметь какую-то функциональную близость. То есть, проще говоря, играть приятно, смотреть видео приятно, а стоимость невысокая. Единственный внешний вид, конечно же, игровой. Если брать еще интересное, не забудьте сегодня прийти. Скорее всего, я на YouTube канале Польза NetLife буду проводить на прожарку Нафинга. Вчера я делал стрим на него. Мангус 8, привет, ты первый. Сегодня будем гонять в Diablo Immortal. Нас уже трое, ёшки-гогошки. Нет, 100 человечков вряд ли набежит, поэтому, скорее всего, мы будем бегать только в Diablo. Я буду просто отвечать на ваши вопросы. А вот все остальное давайте решим как. 97% у нас заряда, и я включаю секундомер, параллельно врубая Diablo. Diablo, я не скажу, что просто дается данным телефоном. Вот мое мнение, я только начал в него играть. Ну, тяжко. То есть, прям тяжко-тяжко он идет. Может быть, это у меня конкретно. Напоминаю, что у меня из интересного. Вот она сейчас загружается, игрушка. Привет, Endleaf. Я, кстати, по-моему, стал... У вас показано, что я стал этим... Не партнером, а как их называют? В общем, у меня какая-то верификация даже есть теперь в Твиче. То есть я для них кто-то. Не просто никто и не просто звать меня никак. А к чему это все? К тому, что... Так, запрос по СМС, ладно, потом зайду в этот Твич. Войти в игровой мир. В настройках графики сейчас покажу, что и как. С 98%, еще раз повторяюсь, мы играем. Не знаю сколько. Надеюсь, что это дело не вылетит. Если вылетит, в конце вы увидите какую-то лабутень. Кто играл, кстати, в это дело? Напишите, пожалуйста. Микрофон как-то не очень. Ну вот как есть, так есть. Это еще учитывая, что мы сейчас общаемся в студии. Так, навигация. Не нравится мне это. А вот почему кодекс не убрать? Все, окей. Нет, не убрать, видите? Неудобная эта штука. Не знал, не знаком с игрой. Ну вот теперь мы будем знакомы и с игрой, и друг с другом. Нет, ну обычно это Diablo вы играли или вообще никак? Никогда? Так, сразу говорю, что на канале нет мата и хамства, и пусть нас мало, и мы в тельняшках. Данная тема все равно будет выгружена в YouTube. Допустим, вчера на лайве, получается, на стриме сидело 10 человек. В итоге сегодня уже посмотрело 2000 человек этот стрим. И давайте объективно, из этих 2000 человек есть дети. А детям не нужно слушать ругань, правда? Все мы были детьми, притом разного возраста. Так, в кладбище куда-то мы пошли. Понеслась... В Diablo 3 играл. Но это примерно то же самое. Когда обзор на Ace? Когда я нафиг выгружу? Я думаю, Ace будет через дня 3-4. Почему? Потому что есть еще много новинок. Включая, кстати, Xiaomi S12 Pro. И если вам будет интересно, опять же, тоже не забываем ставить какие-нибудь реакции под этим роликом. Если вы смотрите это как ролик, мне будет
очень приятно. Спасибо заранее, если кто-то вдруг решил посмотреть, как я начинаю рубиться в Диабло. Опять же, для чего? Разумеется, для прокачки, чтобы был, не знаю, еще какой-то дополнительный тест у телефона. Я реально, когда играл, вы видите, что я сейчас не с самого начала начал. Почему? Потому что есть разница все-таки в этих девайсах с какой точки зрения? С той точки зрения, что, к сожалению... Так, окей, сейчас кто-то встал, мы с ним поговорим. Все по-разному реагируют. Вот не назову это просто супер быстрым и идеальным устройством в плане Diablo. Может быть, потому что параллельно закачивалось очень много ресурсов игры, но учитывая, опять же, графику, учитывая... Ну, сейчас карта небольшая, но карты... Ну, мне кажется, что тоже грузить должна. А, настройки графики я сейчас вам покажу, потому что здесь они довольно приличные. Вы сами в Diablo играли, разумеется. Как говорил бородатый чувак, которого мы можем называть, потому что он все равно самый большой из всех блогеров, здесь нельзя выставить очень высокие. Резкость изображения можно выставить, нагрузка высокая, ну, посмотрим. И качество вы сами видите. Будет он тянуть хорошо, но вообще картинка выглядит очень приятно глазу, и пусть он на максималках, а чего плохого, как говорится. Следующее, что у нас еще? Всем привет, бодрый стрим. Бодрый, но вы ощущаете, что вчера у нас было 8 человек, а сейчас нас уже 22. Огромное спасибо опоссуму, Вера, Надежда, Любовь. Я, может быть, поиграю сегодня в Genshin, но вряд ли, потому что мне уже, честно, он снится. Я как-то не так долго не могу играть в одну и ту же игру, иначе у меня психика начинает небодро реагировать. Я думаю, что это нормально. Может быть, я и не прав. Следующая игра, это по типу Warcraft? Нет, нет, нет. Это Diablo, это Diablo. Это RPG. И чистого вида, и это очень крутая тема. Если вы не играли на нее на компе, то зря. Вот. Я очень советую. Игра, можно сказать, моего детства. Так, вспоминая бородатого чувака, его обидели там фразой, что вот, ты не знаешь, что такое Диабло. Хотя я уверен, что ввиду того, что у нас возраст одинаковый, он рубился в нее раньше, чем очень много людей, которые благополучным образом даже... Не были в планах, когда мы играли в это дело. Вот. Но это не показатель, опять же. Какая разница, кто больше фанат, знаете? Это абсолютно некорректное сравнение. Почему? Потому что важно, чтобы человеку интересно было. Вот я, допустим, в сам мир не особо никогда не вникал, но проходил все Диабло и вот даже не читаю. Ну, денек, как я утром добрался в Дозор, то и не предполагал, что у меня бла-бла-бла. Насчет некромантов поосторожнее, а это особо и дальше будет убивать ради информации. Ты указал ей цель, служанку Астиллы, помогите мне, а не то ей конец. О, свет всемогущий, и правда, стой, у меня идея. Капитан Азмир со сторожевой заставы, он эту девочку знает. Если поспешишь, то можно успеть, что, может быть, успеешь вовремя. Если хотите, я буду читать эту лабутень, но мне кажется, что это как минимум странно. Кот Матроскин, привет! Не забываем подписываться, кто здесь новенький. Мы здесь тестируем мобильные девайсы. Разумеется, когда-нибудь у меня будут стримы здесь из разряда поболтать, но, скорее всего, на YouTube. Почему? Потому что в YouTube... в чем сюжет? Дьявол напал на землю, и вот герои уничтожают нечисть. И все. Вот сейчас я играю за самого странного героя, это некромант. Но по мне, у него больше всего, получается, графона необходимо использовать. Потому что очень много эффектов, и фактически у него не одно оружие, как в основном когда-то мечником каким-нибудь, еще кем-нибудь, а чистой воды магия, одна сплошная. Вот. То есть все ради нагрузок. Опа, кто-то убежал куда-то. Как он быстро бегает. Дальше. Кто пропустил Diablo, может попробовать Diablo 2. Да. А почему в Diablo 1 не порубиться? Потом во второй, потом в третий. Ну, Diablo это как, не знаю, ну, антистресс. Это прям вот прям антистресс. Ты бегаешь спокойненько, можешь даже... Ну, вот я по сюжету бегаю.
Понятно, что многие вот качаются, бегают, левел повышают, еще что-то. Мне интересный сюжет. Я вряд ли буду по сети играть в подобную игру. Я понял, что вы просто написали про два ремастера. Окей. Маги рулят везде и всегда. Да, согласен с вами. Ну, во всяком случае, так идеально проверить графику и все подобное. То есть, если, опять же, вы будете рубиться. Ух ты, ёшки-гогошки. То есть, человек пришел и забирает мой опыт. Ну, ничего. Я все равно достиг 12 уровня и зацепил какое-то там золото. Ага, стоп, у меня умерли скелетики мои. Следующий момент, дальше играешь, маги рулят. Ну да, играю. Мне эта тема нравится, во всяком случае. Мне кажется, что, ну, я не знаю, допустим, людей, которым не нравится Диабло. Ну вот напишите, кому РПГ вообще не заходит. Кто никогда не играл в подобные игры. Мне кажется, таких нет просто. Так, сфера здоровья мне. Тогда у меня стандартный вопрос для человека, который смотрит стрим с РПГ. Даже если я играл бы не в это дело, то при любом раскладе я бы играл в Genshin. Это тоже РПГ. Игра сильно грузит смарт? Игра люто грузит смарт просто. Я говорю, когда он параллельно еще грузил... Так, сейчас 5 секунд. Сначала я экипируюсь чем-то посильнее. Надеюсь. А потом уже буду разбирать. Правильно? 390. А почему мне не предлагают он поменять? А, потому что здесь у нас 3 гнезда. И мы гнезда не будем. Ни в коем случае. Совет по страже. Это там. Понятно. Услуги. Все, разбираем. Чтобы можно было дальше металлолом играть. А в Genshin тоже не играл. Ну, я не сомневаюсь. Опять же, все... Как сформулировать? Кому что? Кому что нравится? Кому-то рыбалка, кому-то игры, кому-то бег, кому-то все сразу. И, к сожалению, на все сразу обычно не хватает у всех времени. Но это лирика. Не лирика, это то, что мы сейчас идем по сюжету. У меня уже 13 уровень, эгегей. А в Genshin, не знаю, наверное, все-таки побольше нагрузка на смарт. Но в Diablo в разы интереснее и красочнее Genshin. Хотя Genshin другой формат. Genshin это больше, для, ну, в моем понимании. Ну что здесь? Здесь трупы, кровь, мясо. Ну а Genshin это вот более-менее так веселушка. Чего здесь? Трупаков не всем приятно смотреть, допустим. Я уверен, что не все девушки, да, не всем девушкам, плюс детям, вот, ну, опять же, кровяку. Хотя у меня 9-летний сын сегодня прям увидел, как я рублюсь, и такой, а, да, я. Спрошу у него, он там 5 минут поиграл, ничего ему не снилось после этого. Потому что, опять же, все равно кишки, кровь, кости, ну, такое себе. Дальше, что значит почтой? Ну, Диабло в разы интереснее, уже ответил. Так, что-то мы здесь разбиваем, что-то мы где-то побеждаем. А посум, думаю, уже качает Диабло. Да нет, зачем ей это надо? Зачем мне это надо? Я не собираюсь по сети играть. Ну, может быть, говорю, опять же, для теста самих смартфонов. То есть, рассуждать из разряда того, что это какая-то обязательная штука, нет. То есть эта штука из разряда того, что она и правда хорошо грузит смартфон, особенно если мир большой. Вот. 20 убийств, побоище. Ура. Так, здесь у нас какой-то загул. Я так понимаю, здесь народ стоит, который уже 500 тысяч раз все проходил, и они проходят еще раз, для чего, непонятно, но для чего-то проходят, правильно? Кто понимает, зачем здесь очень много людей, помимо меня? Почему они мне помогают проходить? Зажечь свечу. Ей. Так. Мрачная жатва.
Что-то формат, наверное. Что, формат чего? Ну, это совместное прохождение. Притом я не совсем понимаю, потому что я его не подключал. Ну, окей. Это Рубилова. Рубилова, неясно. Знакомый аромат смерти. Да, однозначно. В ДЗ подрыв трупа хорошо идет до 70-го левела. Хорошо. Стрим снайпера. На стриме 25 человек. Еще 3 раза столько, и Саня будет донатить. Потираю лапку. Опоссум. Вообще никаких морально-этических проблем у меня с донатом нет. У меня есть проблема, да. Мне надо на стриме собрать 75 человек, чтобы мне опрувили аккаунт. У меня уже, кстати, опрувили Twitch. Там какие-то 2 уровня. Вот один уровень я получил. И фишка, еще раз, это та же самая тема, что и YouTube. У вас сейчас у кого-нибудь была реклама? Нет? Друзья, подскажите, пожалуйста. Кто заходил на стрим? Саня, кинь ссылку стрима в телегу. Так, а она есть? Друзья, ну народ спит уже. Многие. Прям спит. Без рекламы. Что без рекламы? Ага, то есть ни у кого рекламы не было. Ну, значит, мне не подключили эту штуку. Короче, если будет реклама, то по идее, меня должны рекомендовать, и еще кто-то должен приходить. Залетная. А кто-нибудь, кто не знает, кто я здесь есть, вряд ли, по-моему. Рекламы не было, нет рекламы. Ну, значит, нет. Значит, не опрувили меня. Значит, мне только написали, что меня опрувили, и все. 101 зритель, точнее. Имекс, ну вот вы разбираетесь. Опять же, я могу это сделать днем. Завтра, возможно, я прожарку буду когда делать. Я параллельно буду делать ее в Твиче, может быть, а может и нет. Я завтра выгружу обзор на Nothing Phone пораньше и вечерком сделаю его прожарку, чтобы все вопросы отпали, потому что, может быть, кому-то покажется, что я какой-то слишком злой. Опа! Вы видите? Вылетел? Пам-парам-парам, опилки. А из Твича вылетел или нет? Получается, на 15-ю минуту ваша учетная запись к другому серверу. Прикиньте. И что? И как? Я вообще ничего не понял. Вылетел из Твича. А не вылетел из Твича, только из игры. Интересно, это сервак тупит или Xiaomi? Смарт потеплел? Да, но не сильно. Может быть, я что-то не на то нажимаю, но это тупит запись сама. Сервер временно недоступен. Хм. Серьезное дело. Может быть, какая-нибудь... А как мне поменять? Новое. Может быть, поменять сервер? А, они обычно какие-то проблемные, да? Есть какая-то разница, к какому серверу я буду? Ага, то есть мне заново надо будет. А где мой сервер? Как я узнаю, на каком я играл? Да, есть. Так, и что мне, теперь их перебирать получается? Да, Diablo расстроило. Будем смотреть. Это второй сервер, получается, в Европе. Все, вот это второй сервер в Европе, это мой. Временно вылетел. Пошли в Геншин. Не-не-не-не-не. Опоссум. Ты вообще в 12 часов ночи баньки ложись. Вчера не спала. Геншин — это такая тема. Мне все равно надо... Ага. Не склоняй на темную сторону. Я и так на темной стороне. Диабло достаточно темная сторона, чтобы сказать темная сторона. А, боже, какой геморрой. Ну почему? Смотря как смотреть. Так. Сейчас еще пару раз, если меня выкинет, то тогда да, тогда я перестаю играть. А если не будет выбрасывать, то не перестаю. Вот понеслась. Всяких чувачков. Трупов здесь хватает. Ага, ну здесь еще есть человек, который за меня рубится почему-то. Непонятно зачем. Ну ладно. Ох ты, ничего ж себе он когда взрывается. Так я так и не понимаю, они со мной бегают для чего? Я никогда не играл ни в то, ни в другое. Я был поактивнее. По мне тоже ты бегаешь, и вот вообще движняк.
Я люблю RPG-шки такие. Нажмите, чтобы отслеживать. Почему мне надо прекратить отслеживание-то? Я не хочу прекращать отслеживание. Ну все, наконец-то я дошел до гробницы королевы. Мне кажется, надо выпить все-таки жидкость какую-то, чтобы не умереть. Так, нас уже 32 человека. Огромное спасибо всем, кто пришел, прослушал по прожарке Нафинга. Завтра, думаю, да, после обзора, где-то через часа два я сделаю прожарку для того, чтобы ответить на все вопросы. Я не думаю, что я буду ее делать долго. Там пришла обнова, чуть-чуть стала лучше камера, но особо смысл никакой не поменялся. И где-то это будет, наверное, часов 7, потому что я думаю, сам обзор я выгружу в 4. Вот. Плюс-минус. Ну, там уже будем смотреть. Дальше Call of Duty, Королевская битва. Будет можно, без проблем. Но для этого надо ее качать. Ну, то есть скачивать. В принципе, ничего долго не придется делать, но... Так. Умение еще не готово. Ей. И вот. Так. Так, так, пучки. Кстати, вот хорошо продуманная игруха. Почему? Потому что даже в самом начале получается слегка... Вообще мы на старте карьеры летсплейщика. Не-не-не-не-не, никакого старта карьеры. Я не собираюсь... Я вообще, если честно, не понимаю. Я пытался смотреть стримы на Твиче, но это какая-то дичь. Ну, то есть это реально дичь. Почему? Потому что это эффект снежного кома. То есть люди, по-моему, туда приходят не за какой-то информацией, полезной или не полезной, или развлекательной. Люди приходят, потому что там много людей. Это не YouTube. То есть на YouTube у тебя может быть миллион подписчиков, и все, и тебя перестанут смотреть, потому что ты будешь выгружать какую-то бредятину. А там чуть-чуть по-другому. Вот, опять же, мое наблюдение, может быть, я не прав, поправьте меня на Твиче. А здесь эффект плацебо такой. Если тебя смотрят, о, значит, наверное, там что-то интересное. Хотя по факту это может быть какая-нибудь полунаркоманская штука с тем, как человек моет голову, не знаю, красит волосы и рассказывает, какие у него планы, что купить и что у него все кончилось. Ну, какая-то, в моем понимании, опять же, дичь. То есть это вместо влога на X2 посмотреть в онлайне. Может быть, это параллельно люди делают. Я не знаю, я говорю, для того, чтобы понимать, как что-то работает, нужно этим пользоваться. Если я YouTube пользовался хоть как-то, то Twitch для меня вот открылся по одной простой причине. Потому что я пришел в телегу, попытался ее верифицировать. Напоминаю, что в телеграм-канале взаимопомощи 14,5 тысяч человек, почти 15 будем считать. А в скидках вообще 62 тысячи. И мне его для того, чтобы верифицировать, нужно верифицировать Twitch. Ну вот вроде я это сделал, с одной стороны. С другой стороны, я втянулся, и ну, это одна из самых удобных штуковин из разряда «хотите, смотрите». То есть в плане... Мне не нужно какие-то извращения делать, мне просто-напросто достаточно на новый смартфон скачать эту программку Твича, и пусть 720p я могу для вас стримить тесты любых игр с любого устройства. И как многие мне скажут, что ну, а зачем нам это? А как раз это и наглядно показывает вам стабильность. Не так много, в принципе, пожирает Дух Королевы приведет нас, понятно. Вот, не так много пожирает Твич. Но в то же время нет Twitch. Вот как раз, сейчас подождите, мага как-то убью потом. Нет Twitch, начиная... Не понял, а куда он убежал? Сама игра довольно сильно кушает ресурсы. И вы в онлайне можете наблюдать, как она подлагивает, какие проблемы с микрофоном. То есть это не, ну, это не подделаешь. Почему не делать это на YouTube? Ну, друзья, потому что на одном канале у меня 313 тысяч подписчиков, на другом канале у меня почти 20 тысяч подписчиков, и я не собираюсь SEO сбивать на стримы. То есть и на YouTube так просто не постримишь, к сожалению. Опять же, может быть, это мой user experience, и кто-то меня поправит, но вот сколько я не пытался стримить на YouTube, там все намного сложнее и проблематичнее. В Твиче все намного проще. То есть реально любое новое устройство для того, чтобы мне запустить, мне необходимо ничего фактически. То есть потратить там 5 минут.
Плюс здесь, наверное, более лояльная аудитория. Я здесь не боюсь ничего говорить. Если я что-то лишнее уж совсем наговорю, то я могу просто это дело не выгружать на YouTube. А два канала на YouTube, даже если его забанят, для меня являются, ну, чем-то полезным и важным. То есть они мне важнее, чем Twitch, потому что на Twitch вряд ли у меня когда-то будет там 50 тысяч подписчиков, даже там, или 10. Не забываем, кстати, подписываться на Twitch, может быть, 1000 мы наберем, будет очень круто. 15 уровень мы собрали, огромное спасибо опоссуму, который сюда зовет людей, и людям, которым не лень сюда приходить. А если не будет лень, также завтра, надеюсь, вы придете и посмотрите, как напрямую с Твича можно в YouTube выгружать стримы. Есть еще такая тема, и это очень тоже удобно. Я это вчера пробовал. Все на стрим, раскрутим Саню на крутки. Не раскрутите. Вот 100 человек на этом на блэкшарке не наберете. Никак. Это если бы я в телегу скидок скинул. Но я не скидывал информацию об этом стриме на телеге скидок. И все. И в целом вот так. Почему? Потому что не хочу я блэкшарк 5 особо сильно расчехвостивать. Вот. Инв. Что за инв? Непонятно. Так. Кому может быть лень, интересно, наблюдать, как работают связки? Ну, опять же, да, вы же всегда можете хотя бы услышать итог, а это как пруф. То есть я говорю, он, допустим, вылетел. И, ну, одно дело я в обзоре говорю вам, он вылетел, я вот гонял его в Genshin. А я смотрю, как люди, которые годами делают почти с миллионами каналами тесты, допустим, того же Геншина, я понимаю, что человек каждый раз заново, типа, начинает. И даже если бы он поиграл час для того, чтобы проверить автономность, у него был бы как минимум, там, не знаю, 10 уровень. Но 10 уровня нет. А знаете, какой вывод? Что человек вообще Геншин не включал и просто взял откуда-то инфу. Но это как с определенными ватническими существами, у которых OnePlus 9 Pro заряжался 2 часа вместо 37 минут. Ну, когда человек вообще ничего не проверяет, оно так и получается. И к чему это? К тому, чтобы не кому-то доказывать, когда мне пишут в комментах: «Саня, он у меня живет дольше и вообще ничего не лагает, и все круто». Вот, Twitch, пожалуйста, настройки. Видите, стрим в записи. Мне здесь не жалко, утрированно, извините за грубость, но это в каком-то смысле фейлопомойка. Почему? Потому что, ну, вычленить что-то из стримов еще можно, там потом нарезается. А на Твиче из стримов, по-моему, вычленить довольно сложно все. То есть тут сидит просто чертова туча людей, бешеное количество стримов, и скинул, что мне понадобилось, что мне понравилось, я вырезал и потом закинул на YouTube. Еще раз огромное спасибо все 33 человека. Кстати, как первые эмоции от Xiaomi S12 Ultra? Об этом мы поговорим чуть позже. Я не хочу мешать. То есть слишком... Меня и так слишком много, но опять же по моим меркам. То есть я делаю слишком много контента, это не особо разумно, не особо, но меня это устраивает, я думаю, и вас это устраивает, по моим меркам слишком много, потому что я же не игровой там техноблогер, я техноблогер в первую очередь. Единственная причина, почему я здесь рублюсь, это для того, чтобы проверить автономность смартфона, в принципе, на который у меня уже был обзор, который я уже тестировал, но мне интересно, как он в связке в Твиче будет работать именно в этой игре. То есть его я с радостью готов в ней погонять для того, чтобы потом, когда я другие телефоны гоняю в этой же игре, я мог сказать, а вот Black Shark, который является игровым, в принципе, вывозил довольно достойно. Ну и так оно и есть, согласитесь. То есть пока у нас к нему 26 минут и особых претензий нет. Нет, не надо спойлеров. Хочется Xiaomi Ultra увидеть сперва в обзоре, а потом уже где угодно. Может быть, вы увидите ее еще на Твиче, потому что, ну, на Твиче я, опять же, сделаю так же, как сделал с Nothing'ом. Сначала я вам о ней расскажу. Это, опять же, будет фактически только моя аудитория, никто сюда не придет, потому что это не YouTube. Это когда я в YouTube включаю, допустим, стрим, то приходит чертова туча людей, потому что видят, что «О, блогер, даже на втором канале у меня получается 20 тысяч подписчиков почти», и все равно думают, что вот блогер, уже не маленький, стримит, и поэтому многие приходят. Здесь это так не работает. И это и хорошо. То есть у нас получается как будто платная подписка, ну не платная подписка, а как там, премиум, закрытая подписка для своих, но в то же время это не закрытая подписка, а просто другая какая-то ресурсная штука. То есть это Twitch. То есть вроде бы, я не знаю, как вам объяснить, если бы сидели сейчас на YouTube, то на YouTube сидело бы в онлайне где-то человек 150.
и залетных было бы много. Наверное, с точки зрения прокачки аккаунта самого было бы разумно. Ну вот я хочу так и так удобней, вот честно. То есть если я пойму, как на YouTube стримить так, чтобы это все было быстрее и менее проблематично, я буду это делать. Вот. Воу, на телефоне Диабло, да, на телефоне Диабло многие, может быть, будут радоваться. Опять же, завтра я все равно запись этого стрима, если все пойдет хорошо, выгружу. Опа, на YouTube Live. Народ, у всех громкость почти на макс. Что-то не так, а какой сегодня формат до конца батареи? Не. Ну, пока играем, то есть пока прошло 30 минут, я прошлую ночь почти не спал. Те, кто были вчера 10 человек на стриме, те видели, что я спал мало. Плюс сегодня у меня был обзор на Nothing, и, как вы понимаете, еще Poco X4 GT, который тоже является довольно хайповым. Если честно, я не думал, что он за вечер 10 тысяч просмотров наберет. Для моего канала это много, потому что в первую очередь я фактически о нем уже рассказывал. То есть у меня уже была такая тема, когда я рассказывал. Очень приятно, что меня кто-то... Run Funny Moments стал отслеживать. Спасибо. Так к чему это все? К тому, что, вопреки всему, несмотря ни на что, на YouTube это дело появится. И, может быть, многим будет интересно, как Diablo на смартфоне. Здесь очень просто. АПК Pure качаешь, потом подключаешь даже к своему Google аккаунту, и все. Я отслеживал давно. Сообщение первый раз написал. Ну, у меня почему-то пришло, что отслеживание сейчас. Я тогда не понял, кто там начал отслеживать. Опа, игровой процесс не успел. Не успел. Следующий. Добрый вечер всем, архитектор. Я думал, ты не дойдешь, во-первых. Во-вторых, ты почему не спишь? 12 часов ночи. Или у тебя другой часовой пояс? Так, лучше докинуть немного, а еще лучше подождать распродажи. Понятно. Что были, видели, вы про что? Так, кто-то откуда-то бежит, кто-то кого-то победил. Это был не я. Так, мне надо, кажется, зайти куда-то для того, чтобы что-то сделать. Допустим, обновить мой гардероб. У меня такое смутное ощущение. Потому что как-то тут пока мало весело. Ничего ж себе. А, стоп. Это какой-то человек, с которым надо воевать. Королевский щитоносец. Я думал, это, если честно, герой какой-то чей-то. Так он большой. За 10 Pro спасибо, Саш. Пожалуйста. Всегда пожалуйста. Рад, что вам зашел. OnePlus, опять же, они не делают плохого. Да, когда-то OnePlus 10 Pro покупал там за сколько? За 10, по-моему, тысяч. Но это время... Ой, не за 10, за 100 тысяч. Там 96, по-моему, мне обошелся. Так же, как я, в принципе, сейчас Xiaomi S12 Ultra покупал, он не обошелся в 90. Но придет момент, и он также будет стоить 50. К слову, я на Dimensity тоже купил. Так, кайф, ничего не понял. Чер, я свой чер, ничего тоже не понял. А, я свой черный за 23 заказал, 31 придет. А мне еще придет Realme GT Neo 3 глобалка. Сани, игра тихие... Ты игра тихий, но мы тебя слышим нормально, громкость на 80, звук чистый. Могу поменять громкость 5 секунд. Управление трансляцией, управление стримами. Так, стоп, ничего не понял. По-моему, это не та штука, надо было другое нажимать. 5 секунд, так, это лицо, это не лицо, настройки. Вот сейчас я на максимум выкрутил ползунок микрофона. И, скорее всего, это еще шумодав просто работает, поэтому вы слышите меня не так романтично. Скорость движения повышена. Ей, бежим. Громкость стоит 50. Ага. Окей. Так, а зачем я бегу туда? Может быть, здесь еще надо порубиться? Не может, а даже надо по-любому. Ох ты, ешки, там каждый маг, что ли? Каждый второй. Здесь уже как-то посерьезнее все, да? А как температурка? Ну, пока не лагает, самое главное. То есть он тепленький. Я, наверное, в следующий раз возьму. У меня здесь есть тепловизор. Я пока, если честно, не совсем понимаю, есть ли возможность, допустим, с двух камер стримить во время игры. То есть, чтобы вы видели и игру, и еще что-то. Но, с другой стороны, тогда вы не будете полностью погружены. Ну, тут объективно вы, получается, имеете возможность оценить все возможности девайса, правильно?
А если будет рука-лицо, ну, это чуть-чуть будет другая история. Так, стоп. Тут очень большой серьезный замес. И при том жизни нет. Как так? Что за жизнь? Так, так, так. Наверное, я подлечусь. Умение восстановлено. Так, и пойдем, наверное, направо. А почему у меня жизни у них почти нет? Здесь еще тоже сбегаем. Прогуляемся. Саня, ты уже купил Huawei FreeBuds 3 Pro? Честно, нет. Я жду, когда они дешевле будут, так же, как в Poco X2. Либо когда, не знаю, рак на горе свистнет. Потому что, а что я с ними буду делать? То есть, чтобы вы понимали, если я куплю наушники за 30 тысяч рублей, они у меня будут просто лежать. Это обзор будет стоить 30 тысяч. Ни один смартфон мне не выходит в 30 тысяч рублей, потому что даже если я делаю там скидон в 10-15 тысяч рублей, я продаю смартфон. А вот если я сделаю обзор на наушники за 30 тысяч рублей, я их никогда не продам за 30. То есть у меня стоимость обзора будет 30-ник. Это прям, ну, люто по мне. Ну, за 10 я их продам, не знаю. Но я не знаю, а если они окажутся хламом, допустим, как Honor FreeBuds 3 Pro. Они же оказались хламом, оказались. Вот. Genshin надоел. Вообще он не изначально-то, я от него и не люто перся. Что это такое? Здесь кто-то с кем-то воюет. Что-то где-то как-то. Главное, следы мне показывает, правильно. Так что FreeBuds 2, Pro 2 я обязательно куплю, но опять же, вот допустим, по поводу стоимости остальных прелестей, Huawei FreeBuds 5i с кодек MolDAC, вот что они могут с Huawei предложить, что будет намного круче, с одной стороны, а с другой стороны, реально выгодно, следы говорят идти обратно, я в курсе, я просто чувачков ищу для того, чтобы чуть-чуть покачаться, как эти чуваки бегают, а вскр, что за вскр? Стрим будет. Стрим вскрытия, только чайник какой-нибудь. У меня уже была попытка стрима вскрытия, но какая-то она была неудачная, как вы помните. Это было с очками, когда я стримил на какой смартфон, что там фронталка растянутая была. По-моему, Воскр. Воскр, ничего не понял. Воскр это что? Воскр это воскресенье или Воскр это Воскр? Или Оскар, или что это? Умение еще не готово. Не забываем подписываться на Twitch канал. Вы помогаете проекту Пользанет, основному каналу. Просмотров у меня все еще 2,5 миллиона в месяц в среднем. Стараюсь рассказывать вам о новинках. Структурировано, может быть, в каких-то местах слишком по-военному. Но мое мнение там тоже есть. Вы его можете не разделять с одной стороны. С другой стороны, я стараюсь делать обзоры максимально объективно. А выводы уже сами делаете. Почему? Потому что, когда я сделал на Poco X4 GT сегодня обзор, я смотрел комментарии, и 50% людей писало: «Саня, спасибо, я знал, что смартфон супер». А вторая половина писала: «Саня, спасибо, смартфон хлам, хорошо, что я не купил». Вот такой вот сюр. Мир трудна и жвачка покемона, да? Так, что-то где-то тут летает. Ага, кровавый голем. И, разумеется, ух ты, ёшки. Кровавого голема будут бить все. Так, он не так и много поедает. Следующее. Подскажите, где можно приобрести серый iPhone? Так они все серые. Вы идете на Авито в серых магазинах, покупаете и все. Так, а вот ты молодец, бублики мои. Кто молодец? Усы выдеру. Да что же у вас за лирика-то? Совсем лютая. Так. Так. Так, в телеге скидок есть инфа, ищите. Да, в телеге скидок есть всегда вся инфа, ищите. Ищите, и вы найдете. Живучий такой кровавый голем. Но я так и не успел воспользоваться ультой. Зато смогу воспользоваться жизнями. А дальше выигрыш пополам. Угу. А, розыгрыш не в воскресенье. А, ну да, в воскресенье стрим на лайв-канале, конечно, будет. А почему нет? А, не, я пока вроде не умер. Все будет, мне кажется. Если со мной что-то случится, вы узнаете об этом.
О, тут бегает какой-то тип. Скорее всего, это мой тип. Все, кончилась ульта. Печаль. Вы имеете в виду соневские наушники 5 Mi Band 6 серии? Конечно же, 30 числа на лайв-канале будем разыгрывать. Пока YouTube не закроют. Когда закроют, будем думать, как из этого дела что-то сделать. Кстати, да, можно будет разыгрывать хотя бы на Твиче. В конце концов, среди концов. Да, на Твиче, кстати, адекватно, я понимаю, как это сделать. Ауф, ауф. А на стрим пообщаться прихожу, подарки в последнюю очередь. Поверьте мне, 9 из 10, 99, наверное, из 10 человек приходит именно для этого, потому что, ну, вероятность выиграть минимальна, если ты не смотришь канал постоянно. Хотя есть люди, которые просто везде постоянно постят все это дело, репостят и выигрывают не только на моем канале. Когда сидят, только этим фактически и занимаются. Абсолютно. Speak English. Yes, of course. What do you want from me today in this stream on the Twitch? Вот так вот. Мы уточняем. Ну, пока дел нет. Пока, если нафиг завтра мы прожарим, то все, можно дальше жечь. Умение, сейчас я посмотрю. Вы принимаете бестелесый облик, и вы получаете невосприимчивость к урону. Круто. Ну, можно заменить на бестелесность вот здесь. Так, а этот тип чего делает? Непонятно, он чего делает, но это не важно. Дальше. No, no, only Arabian. Start now. What start? Japanese? Нет. Это может быть это к тем, кто играет в Genshin. Давайте не будем. Я слишком стар для всего этого. У нас скоро будут наказывать за знание иностранных языков. Я знаю русский и армейский русский, и все. Начнем и закончим с этого, да? Так, это второй день, получите еще. Заработайте, что-то там заработайте, понятно. Куда-то бежать надо. За много лет не выиграл ничего, так что да, лампочки, я за обещание помочь людям. Те же таблички создавали за спасибо. Я не понял ничего, но хорошо. Войти. Уровень сложности первый. What do you mean? Понеслась. Джейсон, а я, кстати, даже не знаю. I said started now the Diablo Immortal. That's good. Окей. You are lucky guy. Только к чему это все? Так. Трон. Трон кого-то там здесь. Хорошо. Главное мне сейчас не огребсти сходу. А то я сейчас расслаблюсь. А расслабляться здесь не стоит. На входах обычно как раз какое-нибудь зарубище. Лютое. Your English is very good, Саша. Сарказм засчитан. Уровня 100 сарказм. Так. Понеслась. Так, вас спрашивает этот второй акт или... Второй акт или только начали играть? Я только начал играть. Я вообще не играл в Diablo. То есть я и правда посчитал, что нагрузка здесь эгигей для смарта любого. Ну, у меня смартфон разогрелся, хотя мы уже играем 41 минуту, и так и должно быть. Но вот в целом такое дело. Only started. Да. Ну, довольно быстро можно. Чужаки. Ох ты, ёшки и гагошки. Не-не-не, типок. Я хочу уйти отсюда. Ёшки! Он прям люто долбит. Надо издалека все-таки. Ага. Что за лабутень? Целый день. Сэр Горош. Опа.
Опа. Так, так. Издали. Держит мою оборону, смотрите. Такие живучие скелетоны. И можно оббежать, начать заново. В указанной области нет трупов, но это пока. А почему так духов много появляется? Потому что долго не могут убить этого? Или почему? Сэр Горош, все. Победили, вопреки всему, несмотря ни на что. А вот здесь, кстати, нет никого почему-то. Либо это потому, что я один сюда спустился. А, кто-то выиграл жизнь лет 30 назад. О, как эпично это звучит. Еще раз огромное всем спасибо, кто пришел. Кому не лень, подпишитесь на телеграм-канал. Один и второй. Все в описании. Как-то выиграл жизнь. Уже пошли философские вопросы ближе к 10 часам первого, да? Так, точнее, к 10 минутам, к 10 часам, к часу ночи. Мне, если вторую ночь не буду спать, короче, надо все равно заканчивать это гиблое дело потом. Ну, пока играем, да? А, дальше, Саня, Realme Watch 3 планируешь приобретать? Ну, вы же понимаете, вы знаете ответ на этот вопрос. А, я могу вам сфоткать сейчас, что у меня лежит из запасов, но я каждый раз это в Telegram делаю, я думаю, вы прекрасно понимаете, что у меня там VivoPad этот... Два оповских еще планшета на тестах. Разумеется, 5 Pro от Black Shark. Помимо этого, Redmi Note 11S, который с NFC сейчас глобалка новая вышла. Вроде бы она какая-то другая. Помимо этого, еще чертова туча наушников, часов, включая Active Watch S1 от Xiaomi, включая Bip 3 Pro. И, к слову, как всегда, я вам рассказывал, что MSFit или еще кто-то там пишут мне уже после того, как я купил, и мне уже пришло. То есть мне предлагали MSFit, но MSFit хитро сделали. Они разослали всем, а потом написали мне. Ну, когда уже все сделают обзоры, типа, потом мне дать. Я им уже написал, что уже давно купил. Притом Bip 3 Pro я купил на, получается, Авито. И почему-то мне вышло дешевле, чем на... Алишки, ну и логично быстрее. А вот бипы третьи мне приходили прям с Али со старта продаж. Но это если кому-то интересно. Я думаю, интересно. Потому что это основная, наверное, ошибка любого human being, который стримит. Если люди приходят, значит им это нужно. Правильно? Хотя бы посмеяться. Спроси у Сани как. До пенсии дожить надо. Да, Саня был, мог уйти на пенсию еще в 32 года. Но ушел позже, чуть-чуть. Больше у меня уже пенсии не будет. Надо, чтобы тебе чуть-чуть повезло. Насколько мне известно, Watch 3 Pro на AMOLED будут. Бесценная информация, без сарказма. Я вам слово даю, что мне по поводу этого много человек написало. И, наверное, это хорошо. Ну, хорошо, когда тебе сообщают и с тобой делятся этой инфой, потому что невозможно все контролировать. Вот опять же, тесты, съемки, проверки, Telegram. Наверное, надо было бы делегировать. Но пока нет... Пока нет. И да и нет. Ну вот спасибо администраторам, которые основную группу могут каким-то образом фильтровать. Почему? Потому что если бы не они, то, наверное, мне бы пришлось сделать телеграм-канал закрытым для взаимопомощи. Потому что ну там очень много дичи бывает. Огромное им человеческое. Вот. И по этой причине нет в телеграм-канале скидок реакций. Потому что я не смогу контролировать все это дело. А админку давать я не собираюсь никому на скидках. Ну, может быть, дам, но это будет уже потом. Пока сейчас и скидок толком. То есть, вот есть выгодное предложение, либо то, что я покупаю. И все. А по большому счету, так сказать, чтобы какие-то промокоды, купоны, ну, нету их. Мы вот все ждем какого-то выгодного курса, правильно? И все. А так как выгодного курса нет, живем мы сейчас от курса до курса. А промокодов не дают. Почему? Потому что они вроде бы и с нами, но и не с нами. Потому что никому не хочется попадать под санкции. И Алиэкспрессу тоже, к слову. Что неудивительно. Да что ж такое? Какой-то он эпичный прям. Я что-то не понял, у него еще жизни появились? Откуда у него еще жизни появились?
Но они исчезали и появились опять. Матрица. Тут, наверное, 554 уровень должен быть. Топ дичи. А как через... Не понял. А меня, кстати, Саня с лички забанил. За случай, Димка. Я не обсуждаю никоим образом. В какой личке? На Авито меня нет. То есть все, кто мне пишут, либо тем, кто... У меня еще два, получается, перекупа есть, кому я продаю. Три. Я не собираюсь дискутировать ни с кем там. То есть вы пришли сюда, я рад с вами поговорить. А попытаться на блогере заработать, как очень многие мне пишут, ну, допустим, сегодня даже Poco X4 GT. Ну, это лютая дичь. Ну, какой дурачок вам будет продавать себе в убыток? В Телеграме личный аккаунт польза нет. В Телеге-то тем более. Вы кто? Ничего личного, но вы кто? То есть вот здесь я с удовольствием с вами пообщаюсь. Но в Телеграме мне пишет в среднем человек 400 в день. Притом, в основном это там букмекерские конторы, какие-то банки, еще что-то. Потому что всем хочется получить рекламу. Ну, я думаю, вы заметили, да, что ничего подобного у меня на канале нет. Я вам больше скажу, какие-нибудь Samsung, а-ля Samsung пишет. Я говорю, дайте примерные там, ну, что вы хотите, и они потом скидывают. Ну, разумеется, что это попытка либо украсть данные, либо каким-то образом, если это, допустим, они хотят пост обмануть потом. Ну, не знаю, постоянно какой-то головняк. У меня нет администраторов никаких, у меня с почтой никто не разбирается, все делаю я сам. Наверное, да, разумно бы было уже с такими размерами и таким количеством задач что-то делегировать. Но ввиду того, что я не знаю, чем я буду завтра заниматься, вон, смотрите, Григорьев взял и ушел, правильно? А он был, к слову, больше, чем я, по факту. И, поверьте, он ушел, потому что, да, все стало так, на, как это, на эмоциях, на... На самообеспечение. Наверное, так правильнее сказать. Будет ли обзор на Poco F4? Да, наверное, я не знаю. Poco F4 нет GT. Я, наверное, его купил, значит, будет. Потому что я купил все, что выходило. Даже C40. C40, кстати, уже в России. Надо посмотреть, да, наверное, что... Я уже запутался просто в них. В этих поковских смартах. Приходят, спрашивают, нашел способ оплаты в вашем ТГ-канале через Киви. Почему-то не работает. Да, через месяц после того, как Киви уже просто отвалился 300 тысяч раз, и никто не хочет поиском пользоваться. 50 минут прошло, я только что увидел два фриза. Если вы их заметили, то вы молодец. То есть реально два фриза было сейчас. Так, с каких процентов мы начинали? С 99 или нет? Сейчас я не должен отвлекаться, или меня убьют. Улучшения готовы. Летающее какое-то существо, мракобесное просто. Очень живучие штуки. Очень живучие летающие штуки. Сейчас я посмотрю, в первую очередь, горгулья. Хорошо. Ну, здесь они, наверное, описаны где-нибудь. О чем я говорил? Я говорю, после вчерашней ночи с Нафингом я сегодня даже днем не спал. То есть я хотел поспать, но я понимал, что если я посплю, то я вырублюсь до утра, и никакого стрима сейчас не будет, никакого теста Нафинг, никакого обзора. Вот. Нет, я просто читал на экране. А, также уже больше месяца прошло. Приходят, спрашивают. Ну да. Ну, людям лень поиском пользоваться. Но, опять же, для этого им советую, там, посмотрите поиск. Или я отвечаю, мне несложно написать «нет». Сколько FPS? 60 или 30? 60. Но, опять же, проскальзывания уже были. Я сейчас покажу еще раз настройки тем, кто пришел только что. Если такие есть. 5 секунд. Пока они рубятся, ничего страшного. Настройки. Общие. Графика. Где здесь? Графика. 60 FPS, высокие, очень высокие не поставить, и вот все на максимуме. То есть мы рубимся прям очень бодро с командой из двух скелетов. Ну и в количестве 26 человек, почти это уже час у нас проходит это действо.
Через час, получается, мы посмотрим, сколько процентов у нас. 99 было же, да, изначально, друзья? Кто-нибудь был с самого начала? Надеюсь, кто-то был. Напоминаю, что поначалу всегда показывается большее количество процентов. Так, я думаю, надо подлечиться, потому что какая-нибудь эта штука подбежит, подлетит. То есть сначала он может съесть там 16%, потом съесть еще меньше, потом меньше, меньше, меньше или больше, больше. В основном больше. Так. Надо своих скелетов пытаться оградить от всестороннего и бесконечного нападения. Так, ну все, раз и два. Это не класс. Сегодня смарт отлично вывозит. Ну конечно, я же говорю, поэтому, потому что это игровой смартфон. Классный очень игровой смартфон. Так, не хочу выстрелять. Мне кажется, что он может есть очень много жизни. Второй скелет. Опа. Вот это вот здесь нельзя находиться. Микро закрыл, извините. Сейчас лучше. Опа. Тихо. Опа. О, отлично. Хорошо. Я триггерами, если что, сейчас не пользуюсь. Почему? Я не хочу, чтобы вы слышали клацанье. То есть, если я буду сейчас пользоваться триггерами, то клацанье у вас будет 100% постоянное. Вы будете слышать тык-тык-тык. Потому что триггеры механические, да даже сенсорные бы слышны были. Кстати, тапы по, получается, экрану слышны или нет? Да, как-то вообще прям заруб бодрый. 10 героев и всего. Вот и скажите мне, что не напрягается никак смартфон. Прям вообще напрягается. Так, о, первый раз я цепанул. И второй раз цепанул. Так. Заруб, 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 заруб. Так, все, победили? Победа! А на нафинге тапы были слышны, а тут нет. Да, но нафинг еще прожарка будет завтра, скорее всего, после обзора. Опять же, если обзор наберет 10 тысяч, я его в обед где-нибудь выгружу, то тогда я сделаю прожарку. Если нет, наверное, прожарки не будет, потому что, в принципе, сказано уже все. Все сказано на Твиче, все сказано на Ютьюбе, и в целом, наверное, так. Тут отличный звук по сравнению с Nothing. Опять начинается заруба. Заруба. Nothing – великолепный смартфон за 25 тысяч рублей. Хочу ли я выйти? А зачем я хочу выйти? Подождите. Я выполнил все задания? Какие-то задания хоть выполнил? Или здесь мне еще можно походить? А здесь негде ходить. Зачем? Конечно, выйти хочу. Universal, серьезно, серьезно. Super Smart, если не покупать. Ну, во-первых, во-вторых, 25 тысяч рей, он отличен. Ну да, но RT за 25 будет лучше. Но у него не будет диодов, понимаете? Я говорю, я вот умиляюсь просто людям, которые... Четко видно, что работают на... Ну, понятно, серовозам надо сейчас зарабатывать. И через них норм можно зарабатывать. Потому что официалы денег не дают. Ни Xiaomi, ни Realme, ни еще кто-то. Вот. И да, это норм-вариант такой. Какие-нибудь... Ну, опять же, один из способов заработать. Надо ждать, что вообще глобально, говорю, как с наушниками. Просто он подешевеет и все. Он не может не подешеветь. Вот сейчас тоже было пролагивание. Пролагивание, проскальзывание. Здесь, по-моему, я не бегал. Может, и бегал, надо посмотреть карту. Нет, я здесь бегал. А вот там я не... Или не бегал, вот там какие-то вижу. Вижу какие-то зарубы. Не, не вариант. Не вариант порубиться вместе с ними. А Nothing на слуху интересующихся. Так, у большинства на слуху Xiaomi. Ну, сейчас я посмотрю ради интереса, сколько у меня Poco X4 GT набрал. Нет, он не первый даже. То есть у меня есть стата первые 10 роликов. Угадайте, какой первый. Вы удивитесь. Это Xiaomi
умные часы. Xiaomi Amazfit Bip 3. Welcome. А X4 GT, он на втором месте. При том, что сейчас идет довольно лютое падение. Но опять же, фактически я о нем рассказывал, когда я рассказывал о Redmi Note 11T Pro. Вот, Xiaomi Redmi Note 11T Pro. Вы вошли в сюжетную что? А до этого я не в сюжетной был линии, что ли? Все кончено, Летис. Ты ответишь за то, что злоупотреблял властью. Вы не вечно корчите из себя святош. А все вы вечно корчите из себя святош. Хочу знать, что такое настоящая сила. Позволь продемонстрировать. Пам-парам-пам-пам. И надо убежать от него, потому что он сейчас, наверное, будет на бодряке. А потом он уже будет не на бодряке. Да, все. Первый бодряк был. Да, он нормально снимается у него в жизни. И по большому счету сейчас, какие бы у него не были супер-мега способности, главное не попадаться. Так, я попадаюсь. Вот так норм. 15 человек, я так подозреваю, что мое чтение этого сюра не понравилось. Не буду читать больше. Пишем в комментах, если вы вдруг по какой-то непонятной мне и вам причине от того, что вам скучно, смотрите это все дело в записи на YouTube-канале Польза.нет Лайв. Мне это будет интересно и приятно. Напишите, какие у вас есть пожелания, что бы вы хотели изменить в данном стриме. Может быть, я что-то не так говорю, как-то не то обозреваю и не о том. Может быть, у вас есть какие-то пожелания по контенту. Я с удовольствием постараюсь их удовлетворить. Ну, опять же, в рамках действующего законодательства. А так, опять он начал стрелять. После того, как он простреляется, надо подбежать к нему и пару раз долбануть вот этим вот делом. Так, сейчас я... Кто-то кого-то бесит. Здесь, кстати, можно тоже, по-моему, администраторов ставить. Я потом разберусь с Твичом. Посоветуйте мне, как админов здесь ставить. И я поставлю, наверное. Так, 2 секунды и никаких уронов. Раз, два. Ей! И мы даже не взорвали трупаков. А дальше. Не думаю, что люди отвалились из-за вашего чтения. Скорее, из-за времени. Ну да, 00:30 ночи. Еще раз огромное спасибо всем, кто здесь. А, так. Саня потеряет ценного админа. Почему? Ничего не понимаю. Просто поздно. Так, подождите. Мы должны посмотреть, сколько осталось заряда. 71%. То есть час мы поедаем в Diablo 28%. Он не понимает, кто ты. Как все эпично звучит. Что, еще гоняем чуть-чуть или нет? Друзья, пишем. У нас 18 человек, и мы в тельняшках. Так, мне вот интересно, что у нас с каналом. И почему он не активирован здесь. А вот здесь... А, здесь тоже не активен, прикиньте. Польза.нет. И сейчас я буду смотреть. Так, какой-то осколок, а столько из-за него страданий. Надеюсь, старейшина Каин подумал, как уничтожить их раз навсегда. Я тоже на это очень надеюсь. Сейчас я 5 секунд авторизуюсь в Твиче на компьютере. Ну что мы, за месяц наберем 1000 человек? В принципе, 375 фолловеров уже есть. Е-хе-хей. Абсолютно для меня не в понятной штуке. Еще раз повторяю, что я безумно благодарен всем, кто зашел сюда. Перемещение прервано. Почему? А потому что я, наверное, собираю всякую лабутень здесь. Может, добить кого-нибудь, пробежаться. Что я здесь не проходил, да. Наверное, надо пройтись. О, всякие москиты, насекомые, паучки и остальные прелести. А Сане надо раньше стримить, чтобы народу было больше. А тогда мой ролик будет меньше набирать на YouTube. Вы же понимаете, что я вот выгружаю вечером, люди вечером смотрят. В выходной можно постримить. Я понимаю, как примерно набрать на Твиче людей. Но... Пока, опять же, это съесть просмотры на YouTube Live, понимаете? То есть вот вы можете зайти, я сейчас посмотрю, кстати, ради интереса, по стати.
Мне реально интересно, как что работает. Вот я вам слово даю. Потому что сейчас это получается, знаете, если раньше можно было бы сказать, о, ты там за монетизацию, еще что-нибудь. Сейчас это просто циферки, как в игрухе. Просто голда, которая просто голда. И ничего ты с этой голдой не сделаешь. В плане подписчиков, либо какой-то другой статистики. Сейчас подскажу вам по просмотрам на Nothing. На Nothing 2300. 2300 посмотрела запись стрима. Хотя сам стрим посмотрел, не знаю, там... 50 человек, 30, ну немного. А, так, ну тогда, да, ты сказал, тут типа стрим для узкой аудитории, остальное на YouTube, разумеется. В этом-то и смысл, во-первых. Во-вторых, я здесь еще не совсем понимаю, как банить людей. А, так, ага, вы видите артефакты? Вот сейчас вы видите артефакты, то есть Twitch начал подглючивать или мне так кажется? Добро пожаловать в чат. Это кому? Кто здесь новенький? Кто вообще не знает, что это за канал? Признавайтесь. Мне, кстати, я так понял, никого вообще из людей, которые тусят на Твиче. Вот я и говорю, стрим для своих. А зелененький кто-нибудь сейчас видит или нет? Экран. Я. Все, значит, надо заканчивать. Что, кто? Ты кто? Джейсон, я знаю. А, я знаю. Так я об этом и говорю, что, скорее всего, просто... Все знают, что я ютубер, и приходят. А люди из Твича по рекомендации сюда не приходят. Потому что это хорошо, что знаешь. О-о-о. Давайте друг друга не подкалывать по-злому, а по-доброму будем только подкалывать. А к чему это все? К тому, что новая аудитория я здесь не наберу. Скорее всего. Древошкур. Стрим виден, ничего зеленого нет. А вот у меня были зеленые артефакты. Очень странные дела. О, жизнь. Паучки. Золото. Так, что я все оббегал? С этой стороны все почти. Да, добежали до всего. Умение еще не готово. Я не видел артефактов, а я почему-то видел. Стрим виден, ничего зеленого нет. Окей. Музыка из игры в отдельном бэкграунде? Нет, это не игра, это в... Получается, сейчас вы слышите музыку из обычного Lovie Hip Hop Radio с YouTube. Вот. Не знаю, вот Diablo меня прям всегда радовал, и я не понимаю людей, которым... Ну, не понимаю, вот мне нравятся такие штуки. Я и в стрелялку с удовольствием поиграю, но стрелялка — это тема, такая из разряда, как реакция в боксе, там 0,25 секунды. Тебе же необходимо постоянно тренить для того, чтобы эта реакция у тебя появилась. Вот то же самое с любыми играми, стрелялками. Тебе нужно просто часами долбиться в них, и тогда у тебя будет какой-то результат. Поэтому вряд ли у меня какой-то результат будет. Если я даже буду играть в тот же PUBG, ну, такое себе. Нужно будет долбиться и долбиться и долбиться, а потом еще и вникать в правильную тактику. Ну, играл я, поиграл, все. И там не покачаешься. То есть RPG, чем плюс? Что ты играешь, и все равно какое-то у тебя развитие персонажа идет. Как на YouTube, правильно. Или как в жизни, что ты до пенсии. Дожить до пенсии. А дальше. Мои плюс 500 часов. Вот сейчас зеленые артефакты кто-то видел? F. Генш, код, что код? Так, ну в целом все, можно прыгать. Кто видел зеленые артефакты? Не было. Значит, только у меня, видите? Так странно. А, кто-то начал меня отслеживать. Бубнилкин, спасибо большое. Я так понимаю, что вы не в курсе, что мы здесь с канала YouTube польза.нет тусим, чилим и тестируем Black Shark 5 Pro. Ну, то, что Black Shark 5 Pro на Diablo тестируем, вы в курсе? Не было. Хорошо. Еще раз, кто здесь новенький, не знает, что такое или кто такой YouTube-канал польза.нет. И зачем мы здесь все собрались? Лейтенант. Это не ЧСВ. Это я хочу понять, хоть кто-то с Твича не с моего канала есть или нет. Так, понятно, понятно. Поручения, много всяких поручений.
меня три прожарки проехало. Наверное, кто-то на нафиг поиграть решил. Ничего не понял, но окей. О, лаги. Лаги, прогрузка. Прям вообще лютая. Услуги. Так, понеслась. Все круче. У меня все круче. Угу. Вот странно, что здесь нельзя самому прокачивать. То есть он типа качается сам по себе. Пассивно. А выбирать, что качать, нельзя. Так. Читать все. Забрать все. Понятно. И, разумеется, надо отойти для того, чтобы себя одеть полностью. Не вижу. Наверное, вот так. Нет. Вот, вот здесь все. Так, кто у нас самый мощный? 131. Ага, то есть мы бегали, хотя могли уже давным-давно что-то мощное поставить. И, ну да. Все как всегда у меня. Щит. Круче. Накидка. О, 1400. Требуется 19 уровень. Ей. Живучесть минус 4. О! Какие-то эпичные штаники. Шлем. Так, это круче шлем. И это круче шлем. Вот так. И все остальное можно продавать. Правильно? Дальше лаги при прогрузке города. Думаю, норм. Зато час игры телефон держался очень стабильно. Плюс, помимо этого, да. Ну, а еще первый раз этот город. Может быть, даже когда ты заходишь в город второй раз уже, то все намного позитивнее. Как тут ответить на сообщение, когда мне ответили на твое? Нажимаешь на него, наверное, так. Как всегда. Нет? Вот, еще есть вариант улучшить. Улучшить вообще норм. Так, а если улучшить, то что мне надо? Улучшить 1500. А, ну, вот так раз. Два. Три. А, и все. И у меня уже нет этих штук. Чародейская пыль и все остальное. То есть, чтобы они появились, нужно все это дело разбирать. Наверное, надо все выбрать сразу. Всем огромное спасибо за то, что пришли. Еще раз повторяю, что здесь в первую очередь смысл в тесте, автономности телефона, возможностях его в конкретной игрушке. И, в принципе, я хотел потестить что-то в Diablo. Я думаю, у нас с вами получилось это сделать довольно эффективно. Разобрать. Все. Все разобрали. Ничего улучшить уже нельзя, потому что необходимо много всего. Потом будем разбирать, и тогда можно будет. Саня, спасибо за твой труд. Вам спасибо за то, что помогаете мне в этом довольно кайфовом, откровенно деле. То есть я люблю железки. Немногие говорят, что как ты можешь все это запомнить или еще что-то подобное. Ну, друзья, меня это дело всегда интересовало. И основная миссия, опять же, у каждого своя тема. Как кто-то хочет сделать вид, что он умнее всех остальных. Кто-то еще что-то. Мне самое кайфовое — это найти что-то прям супер выгодное. И чтобы когда человек это дело купил, он потом долго вспоминал меня не благим матом, а чем-то там вот из разряда: «О, Саня, спасибо». Вот это норм. Когда человек... Или если он, допустим, попал, он легко это дело продал без потери для себя каких-то финансовых активов и сказал: «Ну, ладно, Саня все равно не мудак, потому что я хотя бы на этом ничего не потерял». Вот. Димка, так, понятно, тест пройден, можно брать. Ну, видите, фризы все равно есть. Вот аж сейчас видны. Хотя мне кажется, что вот на локациях небольших... Нет, есть фризы, я же говорю. Так, мастер. Наверное, еще чуть-чуть пройду и все. Еще минут 15 поиграем. И можно будет заканчивать, потому что полуторачасовой стрим. Это и так очень даже бодро. 21 уровень. Ритуал, повелитель, 6 уровень, костные, 5, еще какие-то углубления, еще что-то там. И пойдем изучить записи Каина. Изучим записи Каина.
Это легендарные самоцветы мне бы очень пригодились, но где же их искать? Вместе с самоцветами в текстах часто упоминается древний портал. Возможно, это еще одна легенда, однако до меня дошел слух, что придворные маги добились прорыва в исследовании некоторых иероглифов. Кстати, так, все. Короче, надо бежать к магам, к немагам, ко всем остальным. Собирать еще задания. Так. А. То есть у меня теперь тусовка или что? Куда мне бежать? А, за ним мне бежать. Качаешься? Ну да. В игре. И все. Так, и что? Еще здесь. Что? Магазин. Магазин понятно, а вылазка? Вылазка в портал. И что? Легендарный глиф. Вход в древний портал. Получить. Глиф. Окей. Добавить. Войти. И что я буду делать здесь? Куда-то я зашел. Портал активируется. Все. Так, а я здесь был уже? А, нет, я здесь не был. То есть в целом здесь какие-то трупаки очередные, которые довольно бодро меня покушали уже. Очень интересное кино. Обычно такие трупаки меня не кушают, а здесь они меня покушали уже. Нет, подлагивание есть. Прям бодрое. Очень бодрое подлагивание. Все-таки час игры довольно приличная тема. Но опять же, я понимаю, что это прям очень сильно грузит. Напоминаю, что я на супер максималках 60 FPS рублюсь с этим смартом. И ну, тут не просто ему, разумеется. Так. Достойный результат, да. Потому что он меня предупредил, что для него это слишком. То есть, если бы он меня не предупреждал, что для него это слишком, то у меня бы были к нему претензии. А так как сам смарт мне говорил о том, что друг, я как бы не рад. Я такой, да ладно, давай поиграем. Ну, в целом он молодец. Вот интересно, это бесконечная здесь заруба или нет? Да, если бы я сейчас на себя все не напялил, то, наверное, мне бы было вообще грустно и печально. Хорошо, что напялил. Гнилищенько. Так. Прям тут вообще бодро все. Очень бодрое побоище. Запустили. Вот тапами наяривают. Так а чем еще здесь наяривать? Смотреть на них. Опа. Ну, покаянный. Ох ты, ёшки. Токсичный чувак. Ага. Так, наверное, лучше лишний раз. О, получается у нас продлить банкет. Опа. Хорошо меня траванули. Вот этот, наверное, тип доставки. Вот,
1200 единиц опыта. Вот эти вот чуваки, которые стреляют, по сути, очень сильно поедают энергию. Вот здесь, наверное, прокачиваться хорошо в таких подземельях. Трупаков много. Довольно сильная. Все наверху. Вот сейчас будет жарить отсюда. Ох ты, ёшка. А может, и не босс. Просто какой-то лютый тип. Прям совсем лютый. Так, вызывал. Заканчиваем. Настоящая заруба, да. Учитывая особенно, что я здесь встал, и встал вообще не к месту. Не к месту вообще. Еще рядом с токсиком. А, заруба, чтобы сломать уши. А тапов вы все-таки слышите, тапа, получается, или как? От чего сломать уши? Или вы слышите страшные звуки какие-то, Саня? Страж портала нашел тебя. Что за штраф? Вы слышите все равно звуки игры. Очень странно. Что за страж портала-то? А я его могу найти? Тапа, будь здоров, были. Ты перекрываешь мы... так, понял. Изгоняй демона. Мои скелетики бегают. Почему их не три? Нагрузка бы была еще больше. Телефон прям конкретно нагрелся сейчас. Уже так. Ну, не горя... Ну, можно играть, но через сам экран прямо ощущается жар. Настоящим образом, назовем это так. Так, и... Где мы здесь? Портал, портал, портал. Куда-то я убежал не туда, наверное. Что здесь бегаю и никого найти не могу. Да? Он прям прогруживает. Прогружает карту. Тяжело ему. Я почему-то был уверен, что довольно легко смартфон будет справляться с таким. Но нет, видите, эффекты все-таки это вещь, которую тяжело прорисовывать в таких количествах. Особенно, когда у тебя много ИИ. И... графон такой. Так, сейчас я вынесу подальше. Так. И куда мне бежать? Куда-то вниз в гробницу. Ага, стоп. Там был еще вариант куда-то побежать. Прорисовываем карту, как говорится. Тупик. Тупик. Давай с триггерами еще раз. Да, сарказм засчитан. Ну, можно сейчас вытащить. Что он мне сможет предложить? Скриншот, таб, выйти, подтвердить. Подождите, таб где здесь? Запись, вспышка. Alipay. Не сарказм. Я понял. Но он не хочет. Нужно, наверное...
настраивать в игре через программку эту. Сейчас 5 секунд. Black Shark Space. Подождете же? Давайте попробуем. Так, Genshin, World of Tanks, список игр. Добавить в Immortals. Так,